Всем привет, дорогие друзья, подписчики, гости моего канала. В этом видеоролике хочу показать и рассказать вам, как ускорить любой телефон за одну минуту без программ и приложений. Перед началом этого видеоролика прошу вас поставить лайк, подписаться на канал, поделиться этим видео со своими друзьями и написать хороший комментарий. И давайте начинать. Итак, для начала нам нужно перейти в Play Market. Переходим. Далее переходим в настройки, то есть нажимаем на наш аккаунт. После этого нажимаем настройки, общее. И тут у нас есть кнопка тема. Нажимаем и включаем светлую тему. Эта настройка очень сильно вам поможет в решении вашей проблемы и в ускорении вашего телефона. Хотя с первого взгляда кажется, что на самом деле это не работает. Однако я вам ответственно заявляю, что данная настройка очень хорошо помогает в оптимизации вашего телефона, потому что на темную тему тратится намного больше электроэнергии и оперативной памяти. Это первая настройка, которая может вам помочь. И вторая настройка, тоже довольно-таки простая. Давайте выйдем, переходим в настройки. Далее находим приложение, нажимаем все приложения. И тут вы должны найти приложения, которые вам не нужны, и удалить их. Это первое, что может помочь вам в данном разделе. Также вы можете заходить в приложение и нажимать на кнопку «Очистить кэш». И в каждом приложении берете... У меня приложений нету особо, только все заводские. Но вы заходите в приложение, нажимаете «Очистить кэш» и очищаете его периодически. В каждое приложение, которым вы пользуетесь, заходите и очищаете кэш. И это тоже может помочь вам в решении вашей проблемы. На этом все. Если вам понравилось это видео, если оно оказалось полезным для вас, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими друзьями и пишите хорошие комментарии. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, до новых встреч!